На 9-му каналі час актуального інтерв'ю. Мої вітання. Мобінг, булінг, хейзінг, шеймінг. Дуже багато нових англомовних слів поповнило нашу мову останнім часом. Страшні не самі слова, а явища, які за ними стоять. Шкільні бойкоти, травля, образи, тероризм у колективах підлітків можуть вилитися у кримінальну відповідальність і дітей, і дорослих. А можуть пройти як хвороба віку, чи не можуть. Сьогодні про це спитаю в моєї гості. Це Наталя Валовська, вона психолог, учасниця мережі пані Патронеса і керівниця громадського об'єднання «Альтернативний рух». Отже, мої вам вітання у нашій студії. Пані Наталю, мабуть, перше і логічне питання. Ви, перш за все, працюєте з дітьми, з підлітками чи з наслідками їхньої, скажімо так, творчості? І з наслідками, і з дітьми, і з подростками, і з теми, хто був когда-то подростком і ребенком, і у которого є вот эти всі последствия. Добре, хочу актуалізувати нашу сьогоднішню бесіду днями. В одній з приватних шкіл одразу зазначу, що це не елітна, як її назвали деякі ЗМІ, не розібравшись, сталася велика неприємність. Надзвичайна пригода була ось в чому. Хлопець кинув у дівчину чашку, влучивши у голову. М'які тканини довелося зашивати в лікарні. З'ясувалося, що такий вибух стався не на порожньому місці. Дівчина, нібито, зі своїми подругами не вперше вела образливі розмови і всіляко неприємно насміхалася над цим хлопцем. Отже, причина для гніву є. Звісно, це не виправдовує нападника, на мій погляд, але показує, наскільки все неоднозначно в житті. Пропоную обійтися сьогодні без імен і назви закладу, тим більше, що подібні ситуації ми, як засоби масової інформації, час від часу фіксуємо. Ваша думка з цього приводу? Ну, здесь, наверное, скорее всего, ребенок, который кинул эту чашку, какое-то время подвергался насмешкам, как я узнала, да, из того, что вы говорили. Ну и, конечно же, здесь очень печально то, что никто не обратил из взрослых внимания. Потому что если это подростки, гормональный фон, плюс отсутствие опыта решать какие-то вопросы, отсутствие жизненных каких-то ситуаций, и привели, наверное, скорее всего, к такому явлению, как уже было то, что это чашка и разбита голова, и нанесена какая-то такая вот травма для здоровья. Что в этой ситуации можно сказать? Конечно же, наверное, то, что родители и учителя в первую очередь должны были обратить внимание на то, что происходит, потому что ситуация не одного дня. Вот. Очень жаль, что родители и преподаватели не обратили на это внимание раньше. Що бентежить іще? Багато інформаційних ресурсів, які скористалися постом, який написала мама цієї дівчинки. Її почуття, ну, безумовно, зрозуміло, твою дитину образили, конечно, травмували, все зрозуміло. Чого тільки не писали дорослі люди? От в коментарях декілька фраз. Це росте новий Чикатіло, і що негайно треба в психушку закрити хлопця. Ну, дещо і дехто вже писав, давайте відправляємо його по етапу. А чому саме така реакція суспільства? Во-первых, каждому страшно за своего ребенка, и людям кажется, что если вот так вот категорически все решить, то можно избавиться от каких-либо проблем. Но я не думаю, что это избавление прямо от каких-то решений, каких-то проблем. Сейчас здесь нужно обеим сторонам садиться, разговаривать, прояснять и выяснять, по какой причине произошло это. Потому что точно так же, как у людей, которые совершают буллинг, и у пострадавшей стороны, у них у всех есть выученное такое вот поведение, которое они применяют каждый день в общении, в работе, в учебе. Світ стає жорстокішим. Це констатують не лише, скажімо, в нашій державі, по всьому світу. Так, дитина, яка ходить до школи, мабуть, звичайно, отримує певні оцінки, а потім бере автомат і стріляє у своїх однолітків.
Але спочатку, як потім розбираються, була якась образа на світ, на дорослих, на оточуючих. Як вчасно виявити те, що сьогодні називається булінг, принаймні? Ну, смотрите, если, например, это касается ребенка, как узнать, что с вашим ребенком что-то происходит нехорошее, недопустимое, да, в школе, это обратить внимание на его поведение. Скорее всего, что поведение вашего ребенка изменится, это раз. Второе, у него будет меньше желания ходить в школу, у него могут появиться какие-то синяки, царапины, какие-то ссадины. Возможно, это будут какие-то потерянные вещи, шапки, телефоны, рюкзаки, либо испорченные вещи. И тут очень важно поговорить с ребенком. И вообще с ребенком нужно говорить, общаться, быть с ним в контакте. Обычно родитель, приходя после работы, спрашивает, как у тебя дела в школе? У меня все хорошо, все. Никто не детализирует, не спрашивает, а что было? Кто твои друзья, как ведет себя преподаватель, о чем думает, какие мысли вообще транслируют в класс, на вашу аудиторию и так далее. З якими проявами агресії в дитині працювати, а на які не слід звертати увагу? Ну, якщо ми, скажімо, вже побачили, що дитина, ну, стала певною мірою агресивно поводити себе не лише в школі, а й в побуті. Ну, смотрите, у ребенка, у которого проявляется агрессивное поведение, это называется выученное поведение. То есть он просто так, ниоткуда, его взять не мог. Он, скорее всего, это взял где-то в своем кругу, в какой-то среде, где он находится, где он общается. И, например, если брать там портрет обидчиков, да, вот, агрессоров, то они, возможно, с большей вероятностью подвергались домашнему насилию в детстве. Это не обязательно избиение, это психологическое насилие, давление, контроль, насмешки какие-то, не поддержка, не любовь. Поэтому, конечно же, такой ребенок будет думать, что это нормально обзывать кого-то, обидеть, поднять руку, потому что у него дома, в его среде это транслируется каждый день. Как работать с батьками? Вот самое главное, то, что работать нужно, конечно же, изначально с родителями. Потому что все время, когда, например, у меня появляются запросы от взрослых, которые хотят, рассказывая мне про своего 12-летнего ребенка, говорят, вот все было нормально, идеально, и тут вдруг, я говорю, ну, понимаете, просто так вдруг не бывает. Поэтому нужно больше всего разбираться, конечно же, с вами, с вашим поведением, как вы воспитываете ребенка, на что вы делаете акцент, как вы вообще общаетесь со своим ребенком. Є певні поради, ну, скажімо, покроково, спілкування батьків з дитиною в віці від, скажімо, 10 років. Чи це треба робити ще раніше? Я думаю, это надо делать с самого рождения ребенка. Это уважительное отношение, в первую очередь, к ребенку. Показывать, как и как можно и нужно отстаивать свои границы. Вообще о том, что такое границы. О том, что ребенок чувствует. Дети не всегда могут понять и определить, что они сейчас злятся, либо они расстроены. Возможно, ребенок злится или проявляет агрессию, может быть, даже потому, что он голоден. Но он этого не знает. Поэтому, когда ребенок маленький, у ребенка нужно не только спрашивать, но и предполагать, спросить, а что сейчас с тобой происходит? Ты злишься или ты расстроен? Что ты хочешь сейчас? Больше, конечно, уважительного и такого доброго отношения к ребенку. Роль класного керівника, наскільки велика в питаннях упередження, попередження таких проявів? Такая же, как у родителей на данный момент, пока ребенок находится в школе. Потому что воспитатели в детском саду, учителя в школе – это значимые взрослые, следующие в списке после родителей, после бабушек, дедушек. Они отвечают за ребенка. Они отвечают не только за то, что, как он там выучил урок, или они отвечают за ребенка, за детей, когда они находятся в школе. Да? И я думаю, что на уроке учитель может заметить, когда кто-то над кем-то смеется. Ну, иногда, кстати, сами учителя бывают инициаторами каких-то насмешек.
Якщо ви сказали доволі цікаву фразу, інколи і вчителі стають тими, хто продуцює булінг між потім вже однолітками. Чи місце такому керівнику в школі? І як реагувати, хто має тоді реагувати? Якщо вчитель не реагує, діти мають можливість знущатися над однолітком і за це не отримувати жодного покарання. Я думаю, что, конечно же, изначально родители, которые наблюдают психологическое состояние своего ребенка, которые могут поговорить с ним, да, изначально нужно поговорить с классным руководителем. Если нет никакой реакции, ну, конечно же, это директор. Если и там нет реакции, ну, пожалуйста, это полиция. Як часто саме ви стикаєтесь з питаннями булінгу у дніпровських учнів? Ну, если честно, я работаю уже больше с последствиями. Это когда люди взрослые, при том и с одной, и с другой стороны, как от пострадавших, так и тех, кто булил, есть последствия во взрослой жизни. Например, те, кто над кем-то издевался там в детстве, да, они вырастают с таким вот огромным чувством вины за то, что происходило это. А так как они были детьми, им никто не остановил, никто не объяснил, не сказал, не показал пример, что этого делать не нужно, и это не есть хорошо. Закінчуючи нашу розмову, цілком доречно було б, аби пролунали в нашому ефірі поради. Загальні поради і для дітей, і для батьків, і для вчителів, і для іншої категорії вихователів, які займаються вихованням дітей. Ну, для дітей. Для дітей, звісно ж, порада така: не бояться, не бояться бути, знаєте, як там ябедой. Нет, не нужно. Это ты борешься за себя, за свою жизнь и за свое здоровье. Потому что если все взрослые будут говорить, что это детские шалости не всегда заканчиваются хорошо. Для родителей быть внимательными к своему ребенку, детально разговаривать с ним, то есть узнавать не просто, как прошел там твой день, ребенок тебе сказал хорошо, а наблюдать за ребенком, что с ним происходит. Ребенок не всегда имеет в своем комментарии арсенале возможностей подойти и просто так сказать, пожаловаться, потому что он будет думать, что он кого-то там предает или еще что-то. Для учителей, конечно же, тоже обращать внимание на то, как ведут себя ученики там, на перемене, в классе, кто с кого громче всех смеется и так далее. А роль правоохранных органов в цьому питанні, на ваш погляд? Ну, зараз багато хто каже, там, шкільний психолог, да? Шкільний поліцейський. Чи, скажімо так, ці присутність таких осіб в школі способствує тому, щоб ну, кількість таких історій уменьшалось? Ну, конечно, да, это дополнительная информация, это дополнительное внимание к детям. Почему нет? Я думаю, да, это неплохо. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Краще говорити про булінг в теорії, ніж на практиці. Спасибо. І ще раз дякую нашій гості за спілкування. Наталя Валовська, психолог, учасниця мережі «Пані Патронеса» і керівниця громадського об'єднання «Альтернативний рух». Дякую глядачам за увагу. На цьому в мене все. Пильнуйте себе і до зустрічі в перший вечір грудня.